вложена плитка. Сейчас идет заливка руста. Совершенно не нужно ничего трогать. Готовы завтра к обеду. Идет печать лотера водонерастворимой цветной пасты. Значит, черный цвет — это гадру, белый — это белый мрамор. Вот такой вот рисунок мы формируем на фасадной части панели. Еще раз хочу отметить, что это водонерастворимая паста, то есть нанесенный на платформу рисунок останется непосредственно на фасадной части панели. Русты напечатаны, как бы панель готова к заливке фасадным слоем. Русты водонерастворимые. Так, начали печатать на плотере водорастворимой пастой. Сделали разметочные слои, сделали разметку под фасадные слои. На этой панели будут использованы 4 вида текстуры фасада. Это полированные терраццо, открытый терраццо. Сейчас плотер печатает текстурированная терраццо. Значит, вот готовим панель к заливке. Отпуска панели.